Снова у нас в эфире тренер команды 1990 года рождения Шерстнев Алексей Михайлович. Алексей Михайлович, поздравляем вас с победой еще спасибо раз. Спасибо большое. Спасибо, что зашли к нам. Скажите, оправдались ли в целом ваши надежды на матч? Да, все оправдалось, все сложилось так, как мы планировали. Все ребята сыграли с большим настроем, с настроением и желанием, поэтому, наверное, все и как бы воплотилось в это в голы и в победу. А какие основные ошибки допускали игроки? Что вот вы будете разбирать, на что обратите особенное внимание? Ну, стандарты, скорее всего, потому что оба гола нам забили со стандартов, значит, надо больше работать над стандартами. Вот. Ну и, наверное, немножко психология, потому что во второй тайм начало мы уступили, так скажем, что по той причине, что, наверное, успокоились уже. При счете 6-0, наверное, уже думали, что игра сделана, хотя впереди был еще один тайм. Так что будем разговаривать на эту тему. В последних двух играх ваша команда забила уже в целом 10 голов. Вы довольны линией атаки? Конечно. Конечно, и атакой доволен, и обороной доволен. Если что-то и, так скажем, нам забили в этих двух играх, это такие, можно сказать, детские голы, которые просто верхом, там, рикошеты. Все, что было с игры, все было здорово. И защитникам благодаря спокойствию, да, там, то, что спокойно в обороне сыграли. И нападающие, в принципе, забили даже больше. Ну, чем больше голов, тем лучше, наверное, и красивее футбол. Поэтому все сложилось как нельзя лучше. Наверное, к этому и стремимся. В целом вы можете сказать, что матч-реванш удался и что все сложилось хорошо. Да, да, так скажем, что мы достойно ответили на прошлое поражение на выезде. Все, спасибо вам большое, с победой еще раз. Спасибо, до свидания. Спасибо.